Метро будем проходить. Наконец-то, блядь, добрался до этой игры. Ну что, ребят, здравствуйте, блять, ну да, здорово. Здравствуйте, всех приветствую. Мы начинаем с вами проходить, судя по заставке, да, судя по интро, скажем так, мудакому, да, ходящему. Вы поняли, что мы будем проходить с вами метро 2033 Redux. Я проходил эту игру, но не всю, чуть-чуть такую, какую-то, наверное, половину, может, одну четверть игры проходил, но не более того. Еще старый 2033 метро игру, да, я проходил тоже, причем, наверное, даже вроде полностью, а может и нет, я не помню точно. Полностью вроде проходил, да, вроде полностью проходил старую, когда где там еще старая графика, кто помнит, тот помнит, да. Вот, и эта игра мне запомнилась атмосферностью своей и очень классным сюжетом. Поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее, надевайте бредик обязательно, блядь, пить эту кушать, пьянчик, пить пить или пить воды. Кто не наложил курс, положите, потому что серия будет длинной. При этом просмотре, ребята, мы, собственно, начинаем проходить данную игру. О, так, выберите стиль игры. Выживание. Режим выживания, делающий патроны и фильтр редкостью. Пам-пам-пам-пам. Так, режим выживания, делающий патроны и фильтры редкостью, а перестрелки и скрытное прохождение более сложным. Позволяет играм по-настоящему погрузиться в выживание в мире метро 2033, заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. Спартанец. В режиме спартанец сложность боев и скрытность приближена к стандартному режиму метро. Луч надежда, патроны или фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим идеален для игроков, предпочитающих активные действия. Интерес какой? Так, выживание делаешь, ага. Скрытное прохождение более сложно, позволяет играм по-настоящему проводить выживание в мире метро до читателя, ага. Стандартный уже метро луч надежды, патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Это режим идеальный для игроков, включая активные действия. Давай спартанец выберем. Сложность игры. Рейнджер, хардкор. В режиме... так, нормально. Рекомендуется для средних игроков в рейнджерах. Рекомендуется для средних... Нормально, рекомендуется для средних игроков. Вступать в бой приходится осторожно, так как противники не прощают ошибок. И за запасом фильтров и количеством боеприпасов приходится пристально следить. Хардкор. Рекомендуется для самых опытных игроков. Каждое столкновение с противником представляет собой серьезнейший вызов. Боеприпасы и ресурс необходимо строго экономить. Впрочем... Никто и не обещал, что будет легко. Рейджер. В обычном режиме рейджера элементы интерфейса доступны ограниченно, а подсказки включены для лучшего погружения в мир. Враги наносят больше урона, но и вы тоже. Бои проходят напряженно и жестко. Количество ресурсов ограничено, буквально каждый патрон на счету. Рейнджер. Хардкор. В режиме рейнджера хардкор интерфейс и все подсказки полностью включены для достижения эффекта максимально полного погружения. Сложность игры увеличена во всех аспектах. Поэтому максимально сложное испытание, которое может предложить вам метро. Блин, ну честно, я бы, наверное, чтобы просто кайфовать нормально бы взял бы. Разбираем перышки, пацанчики. Сам правил, бриться можно. Давайте хардкор, наверное, выберем. Давайте хардкор выберем, пойдет. Станет его видным. Такое вот это. Ну вот. Наверное, даже, наверное... Вот так вот сделаю.
Let's go. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Пролог. Let's go. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Уже начало интересно очень. Держись! Опа! Фух. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Подожди. Управление, мышь слишком очень много. Наверное, так будет нормально мне, да? Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Прикрою. Наверное, давай четвёрочку попробуем. Сейчас, ребят, прям чуть-чуть надо... Надо тут мышку настроить. Новая заметка. Угу. Открывай ворота, я прикрою. Нет, все-таки 3 нормально будет мне. Линия, мышь. Так будет нормально мне. Да. Ну, открывай, брат. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Ничего страшного. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Конечно, 100%. Готов, Артём? За мной. Нет, подожди, не готов. Опа. Подожди-ка, дядь. Подожди, сколько. Ладно, let's go. Сорвался? Ну ничего, давай. Так, ладно, let's go. Я думал, там что-то есть. Ну все, давай наверх. Да, похоже на то. Без него ты долго не протянешь. Я уже одел. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни 2 шага.
стражи. Пожаловали. Твари, блядь. Бля, мужик, помоги. Мужик! Давай. Тянем, потянем. Бля, патрон нету, прикинь. Тянем вместе. Подожди, кому здесь патроны какие-то есть? Бля, пожалуйста, игра, дай патроны. Медик на связи. Ульман, как слышите? Так, 6 патронов хотя бы. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Бля, мне очень сильно нужны патроны. Очень сильно. Добрались, товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Может, мне было 6 патронов, ничего, нормально? Давайте чё за твари, блядь, бегают. Иди нахуй отсюда. Ну, мужики, мужики, кройте, пожалуйста, ну, патрон вообще, блядь. Мужики, мужики, давайте, кройте, кройте, у меня вообще не патрон, блядь, вообще нихуя нету. Блядь, чуваки! Мужики! Все нормально, нормально, нормально. Касаемо. Демоны! Блять!
Нормально. Справились. Метро — это наш дом. 8 дней до этого. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Ребята, если вы спрашиваете, если вы задавались вопросом, когда смотрели любое прохождение, почему я говорил, что какая-то игра там, не знаю, становится на полочку вместе с метро, сталкером, потому что я метро первая, которая самая первая, там, очень плохой, там, не редукс, а принц метро 2033 она называлась, в каком году она вышла, я еще малым был, я прям реально полностью проходил, и там мне, наверное, запомнилась эта игра, ну, своей атмосферностью, сюжетом, и поэтому я говорю, что ставлю на полочку вместе с метро, с сталкером. Сталкер тоже проходил, но не я полностью, я так чуть-чуть проходил. Знакомый у меня проходил полностью вроде ее. Артем, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. А не, он полностью проходил. Он мне просто показал, что такое игра Сталкер. Такой, вау. Поэтому я говорю, что эти игры становятся на полочку. Какие-либо игры становятся на полочку вместе с метро, да, и со Сталкером. Так, думаю, объяснил, да, для всех. А то вдруг у вас вопросы были. Тогда посмотрим, что у нас тут есть. Так, курение запрещено, понятно. Пойдем, Артем, пойдем. Пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Саша, ну что ты хочешь сделать, Чарли? Найди. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Книги метро тоже читал. Конечно, не все, к сожалению, да? Но процесс. Метро 2030 я уже читал книгу, да. Сереженька, моего никто не видел. Сережа. Привет, Артем. Здорово. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Все под контролем. Мам, а мам? Леша, а пойдем, нам Артем, еще пойдем. Что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем, не знаете? Посторонним нельзя. Петр. Не видишь, он раненый. А, извините, не узнал. Он в ночь вчера дежурил. В самом пекле оказался. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Здорово. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Так, ребят, держитесь, кому нужно прочитать. Если хотите, я могу это все прочитать без проблем. Ну, напишите в комментариях, нужно читать это или нет. Интересно вам, чтобы я читал или нет. Вот, но... Вот. Черные убивают не сразу. Ой, я не против. Но они словно разрывают. Но я не верю, что вам это будет интересно. Боже, когда же это закончится? Что это нужно? Я больше не могу. Я не верю, что это нужно. Не выходит. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артем.
Здорово. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. От души! От души! Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольщина? Что-то страшное. Чёрное, да? К чёрту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они идут сверху. Что, чёрт подери? Только этого не хватало. Чёрт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Поехали. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Пиздец, а здесь, блядь. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo Novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo Novus'ов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Внешний блокпост уничтожен! Жестко. Известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Окей, расскажешь. Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Жетон Спарта. Давай только возвращайся, блядь. Не нужно нам вот это вот. Хантер не вернулся. Глава первого в путь. Сбежать с ВДНХ мне было непросто.
Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Кришской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Кондуктор, нажми на тормоза, я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Окей. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц перевертоться, я мечтать снова! О, книги, да, кстати, он. Видели? Сейчас покажу. Вот книги. Вот не книги. Такой вроде читал я. Вот так вот. Так, что у нас здесь с тобой? А, вот. Тебя держите. Давайте я это прочитаю. Заметка 1. Оборона нашей станции от черных противников, жутких, непонятных, непобедимых, отнимать все наши силы. Мы забыли о старых врагах, упырях, носачах. И если бы не Хантер, эти твари бы забрались в наш госпиталь. Страшно даже подумать, что случилось бы тогда. Опоздай, Хантер, хоть на час. Угу. Так, ну пошли потихой. Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хренову тучу патронов за это. Ты же меня достала. Точно, все, чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Понятно. Ну, а теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама? Мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. Грустно. Ну вот, этот мужчина, такой глаза... Такое? Оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. У меня своих хватает. В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться. Так что, спи спокойно, дорогой товарищ. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед. Да просто до полюса отыскать сталкера по прозвищу Мельник. Объясните ситуацию на ВДНХ. Караван, получить снижение в вооружении, присоединиться к каравану. Всюду грязь какая. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры. Никого нет дома. Везде грязь. Тебя никто не знал, что там на. Петя, Петя, это ты? Да, да. Ну что, сам не сможешь открыть, что ли? Посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Так под ноги смотришь, наследил, куда убирать? Извини. Ну я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда больше не делай так. Связи, ресурсов и так далее. Извини, я больше так не буду, господи. Да за что это? Привет. Артём, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы... Неловко как. Хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе верну, как только смогу. Гляди ты эти чертовы деньги. Спасибо, Артём. Есть еще добрые люди. Без хорошего автомата, считай, нету солдата. Все эти слова понятны. Такой защиты хватит точно. Клиент всегда прав. Однажды что-то мне очень ценили свою жизнь. Ничего. Ствол значительно повышает точность с огнями средних и дальних дистанций, но повышает вес оружия, делает его более громоздким. Ствол, глушитель. Гасит пламя, значительно снижает шум выстрела, несколько повышает кучу, снижает скорость пули, из-за чего убойная сила на расстоянии падает. Так, у
уважаю замыкающего нашего молодого человека в скал. Ну и ладно. Подари себе пистолет! Заставь себя уважать! Смотрите, какая красота! Опять нажрался! Давай, вставай, скотина пьяная! Выбирай свой подарок. Мелочи. Цветные карандаши и конфеты. Карандаши можно? Ты кто? Ты кто, дура? Отличный выбор. Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана! У нас тоже все равно. Ты че, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейный, ты барахлись как следует. Господи, с алкашом ведь живу. Привет, Артём. Здорово. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем не Артём, тебе оружие нужно? Конечно. Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Понял. Подожди-ка. Женское счастье. Был бы милый рядом. Если а могу я его прокачать? Копытца, пальчики оближешь. Ну, ладно. Ну, как хочешь. Тогда let's go. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро не будет. Земля достанется мутантам. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил? Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумай, сколько лет прошло. Сколько лет! А связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы-то. А Петербург? Какой чудный город был. Соборы его невероятные. Адмиралтейство, Золотое Игло. Я вот отлично помню. Пермь, Чулана, Невск. Все битко. О, привет! Ну чё, как? Да, нормально. Все, готово. Теперь опускай. Ладно, Слав, ты готов? Слав, слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Атмосферно, очень атмосферно, ребят. Так, ребят, держите, кто хочет, кому нужно почитать, кто хочет, да, узнать еще побольше, вот, держите. Это что? А, типа нельзя было? Я понял, типа плохой сделал, ну ладно, я не знал, сорян.
Нет, дорогая. Слышь ты, командир. Нет, ё-моё, тут не люди, а макаки мутанты какие. Держи лестницу, я сказал. Артём! Сюда! Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов. Готов? Тогда двинули. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение... По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Ну, хуй его знает, мужик. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого погоня. Детства. Погоня называется. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой...
Мать, ты кто? Не трогай меня. Ты кто вообще? Вставай, бля, мужики, встаем, мужики. Что происходит, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очнись, Борис! Ай, бесполезно! Боже, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Вы все сдохнете здесь! Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. А вот эти патроны, не хочу их тратить. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Глава 2. Бурбон. Давай мы с тобой на этом закончим. Собственно, серийка так длинно получилась. Да, спасибо за просмотр. Такая серийка была. Очень интересная игра, очень атмосферная игра, скажу так. Пишите свое мнение в комментариях, когда на серии, да. Вот, будет очень интересно почитать. Про лайк ваш комментарий, почитаю ваше мнение. Очень интересно, правда. Ставь лайк, подписывайся на канал, это не сложно, мне приятно. Да, это правда, реально, мотивирует меня делать что-то дальше, и это продвижение канала, как минимум, да, все больше будет контента, и просто поддержка ваша мне, спасибо за то, кто это делает. Секундное дело, для меня это очень много чего значит, реально, спасибо за то, кто это делает. Все, спасибо за просмотр, ребята, еще раз увидимся в следующих сериях, давайте.